месяца, как раз это был 17-й год, конец 17-го. Меня зовут Попов Александр, кто не знает, кто знает. Вот, я начинал кушать трейдинг конец 2017 года, и вот после Нового года наша собака вот так ободрала нос. Вот страшные вот эти вот были. В дровах, наверное, мышь ловил, я не знаю, что он делал. Вот. Ну, так вот он половил, пришел такой страшенный. Три дня мама мазала, вот сидит тоже мама моя, мазала каким-то синим баллончиком, там ветеринары дают пырскать, оно обеззараживает, заживляет. Ничего этого не произошло. И тут до меня дошло, что можно просто смешать кор с солом. Почему смешать? Потому что кор немножко, он, конечно, щипит. Он такой более ядреный, сол немножко смягчил это все. Мы помазали ему морду. Мама помазала, наверное, раз 7 за день. За день плюс вечером. На следующее утро, вот, смотрите, фотография, вот что осталось. Остались темные пятна, но они начали затягиваться. Проступила даже шерсть. Подруга мамы, которая все это видела и наблюдала вечером, на следующий день пришла и купила по коробке коробку сол и коробку кор. Вот. Собака, извините, ни во что не верит, ей говори на ухо, да, она верит в кость, косточку вкусную, она верит в какую-то котлету упавшую, когда жаришь там какое-то барбекю, в это она верит. Все, что ты ей говоришь, пошли мазать, первый раз, когда мазали ему морду, он как-то так осторожно подошел, но потом давали рукой же, мазали морду, потом, когда дали слезать, ему понравилось. И когда в следующий раз пошли мазать, он уже залазил на диван, спокойно ложился, ему мазали морду. Вот. Вот вам и плацебо, и вера в животных. Если это помогает животным, они ни во что не верят, то люди могут тоже ничего не верить, как я слышал отзыв. Вот Марина, по-моему, рассказывала, или я не помню, кто рассказывал. Кто-то из тех людей, которые... Жена говорила мужу, давай попей, вот тебе поможет, пакетики. Да, ну и само пройдет, все. Она, ну, поступила немножко как Кутузов, немножко зашла с другой стороны. Она ему начала делать компоты из сола там или из кора потихонечку. Это что за компот? Это новое, это вкусное. Прошло две недели, да, прошло две недели. Ну я же говорил, что само пройдет, видишь? И какая-то болячка, да, все прошло. Так что вот да, такой. Поэтому да, на что только женщины не идут, чтобы спасти своих мужчин и поддержать. Да, да? Спасибо. Да, спасибо, Саша, огромное. Да. Все чудесно, я просто да, его видела, вернусь из дома. Очень много результатов.